Hello. What's up? Hello. О, кабач тут. Хуя себе. Вы чё? Чё? Поехали. Пары. Всё, я как псих больше никого не спасаю. Со стороны там... На фразы меня добивают, не бачусь больше никогда. Ну а нахуй ты наверх ползёшь к челу? Я не наверх. А, ну это другое дело. Ты сам сказал после наверх. Чего? У нас скоро пати, никто никого поднимать никогда не будет. Как мы все никто никого верить не будет просто. Ваня, чтобы ты понимал, там в доме, короче, ебля произошла. И двое на окнах у нас были кабачьи. Хотел сказать Плюхан и Психодел. Вот, я кабачью говорю, ползи в сейф на второй этаж, он попался, там чел, оказывается, сидел на втором этаже, его разъебали. А Психодел я поднял снизу. Нормально, ты захотел избавиться от кабачек. Это как в этом, в каких-то рафлянных фильмах ужасов, типа, девку толкают на второй этаж, на чердак, блядь, проверь, что там. И она фидит. Что ты такая? Ну и чё? Я долечу, интересно, или нет? Ты заебался не долетать. Как тут можно не долететь? Вот сейчас. Это только если ты вниз. Я могу, я умею. Тут три человека с нами всего. Ну конечно, три человека. Че Нексусу так мало. Да не плачьте, кто там плачет? Он же топовый. Нормально с праздником будет. Тебя, Игоря. Найдёшь, спасибо большое, Макродота. Тебя тоже с праздником. Да, блядь, что-то в глаз попал. Вон реально 4 человека. А не 5, ладно. Где 5, там 8 вроде, я слышал поговорку, да? Короче, а у нас кто-нибудь на дефолт летит. Понял, блядь. Я тоже зарулю. Ну тут чел на очко сели? Да, псих тут. На казармах были челы. На казармах и на толстом есть. Да, ничего, бокса, ничего. Есть пострелять, чего, Ванюша? Ага, нашел. Я только ее бейку нашел. На казармах на каких были? У психодела есть? Ваду, ваду, хек. Баду, ваду, ваду, хек. Ваду, ваду, хек. Ваду, 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 хек. Shut the fuck up. Таран, таран, там, там. Таран, там, там. О, броник в трех толчке, Вань, если интересно. Нет, мне не интересно. У меня такое чувство. Опа. Ладно, excuse me. На первом этаже еще в левой части будет что? Противоположный казарм, очевидно. А есть млечный прицел какой-нибудь? Нет. Алло! Блядь. Чё? Да я М-ку хотел быстро взять, у меня руки вместо нее. Лапки? Лапки. Во, прицел есть. Из средней выбираешь. Вижу, вижу. Видел. На втором этаже, да, был? На втором этаже, да, был. Среднее окно, слева. Ваду, ваду, хек. Так, мне надо будет помочь, если тут сейчас начнет съебли. Он вышел. Здесь налево убежал. Далеко? Ну, он налево убежал. Этого добил твоего ногу того. Он сразу сдох. Один колесики. Бежит к контейнерам, к боксам. Окей. К боксам? Спач. Да-да-да. Поставлю чем это. Это вот тут. Ты! Псих! Понял. Вот тебе не стыдно? Вот сейчас, вот я посмотри втором, мне в глаза. Я на втором дефолте, у меня X4. Гушак наверх, на базу. Вам помогите, идите сюда быстрее, блядь. Сюда гушак быстрее, все. Бегу. Тебя не слышно, кстати, псих замутился. Бегу.
Уже справа двух боксов у толстого. Он в чё, контейнерах. Блядь? С дробовиком, он кстати. На... Ой, не в контейнер, да, он в контейнер. Вот стрел. Видел, видел, видел. Их там двое, походу. За синим контейнером был. Крюк своего добил, у него третий шлем. У меня еще X8 есть. Где, где, где? За синим контейнером был давно. X8 взял бы. Этого добил. За этим синим? Справа путь по мне дает. Бочка, это другая пачка. Того. Одному из них супер хуёв в третьем шлеме. Не вижу. Ты всех убил, Вань? Да. Ты еще псих поднимет, вообще, будь добр. Ебаный врат, у него три собаки было. И тут два. А чё, кому их мне не надо пока что точно. Вот собаку возьму. Мне а ты понимаешь, СКС, я подумаю. Третий шлем еще есть. Знаю, шлем? Где могу показать. Котсен. Да, третий шлем вот на Игоре. Возьмешь самого внизу Игоря? Да, да, возьму. Я там на СКС штыкую. Надо еще кому? Крещена, вот это тебя. Угу. Если X4 надо, скажите. И вот тут, инсерт. Патрика пятерок у вас сколько? Немного, чекпад вертикалка нужна. У меня 50, Патрик. Чекпад у вас пятерок? А? Мало. Девятку утали или нет? Нет. Нет, вроде. Ну все, мы вроде всех разъебали туда. Чекпад нужен? Да, 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 нет. Конечно нужен, давай, давай, скидай. А вертикалочки нет, найдете вертикалку и киньте. Угловая есть. Угловая у меня тоже есть. Но я на СКС, вертикалка же лучше, не? Да без разницы. Даже, мне кажется, лучше угловая, потому что быстрее прицеливаешься. На СКС? Да. Ну, смотри, пятерка, кстати, тоже принял бы, у меня всего 58. А есть семерки у кого? А сколько надо? Есть. Опа, ебать, Вань, ты оттуда лутать начал. Много, и коряк. Взял много. Так, Блэд. Там ни у кого больше кряков не было? Увеличенный на... Короче, какой-нибудь магазин на АР-ку приму. А компет нужен кому-то на снайперку? Нет, у меня есть. Все, конец. Че по кругу? Ебать. Это не особо ебать. Так что, семерочками поделитесь, да? Ну, у меня сотка на СКС, я как бы без обид. Я дам там себя. Ага, окей. На мосту хотите засаду или что? Давай, давай, скидывай северки. Я за аэродропом поехал. Нет ручки еще ни у кого? И магазин на аэр. Ручек нет, да? Возьми меня лодку, ебач, тормози. Гол. А ну куда? На мост, наверное. Слышишь, кабач? Ну, тот, наверное, я вижу, что у тебя есть магазин, да? Сюда. Чё? Чё, нормально все. Да ты едешь, у тебя в руке, короче. Ты держишь руль, и в руке у тебя магазин. Магазин. Какой-то лишний. Нет у меня никаких магазинов. Я вижу. Ты скрин сделать или чё? Так это, псих, ты чё? Есть? У тебя лишняя ручка, нет? Ну, угловая только есть. Ну давай, похуй. Я просто наймку воткнул одну. Спасибо. О, слушайте, парни, без обид. Чё? Вам же не нужна тачка? Я хочу попробовать на мотоцикле водном. Там дроп в воде. Иди катайся. Так не сдави нас заранее, спасибо. Если кого-то задавлю, я при этом не виноват. Это резко надпись появляется. Я подумал, ты психа сдавил. Блин, Ваня победил. Ваня, ну, Ванечка, Ванян. Он прыгает на волнах? Ядрить, он топовый. Он медленнее, чем лодка, если чё. Да ладно, он валит 8. Ну, не знаю, выглядит, 8? Как будто он супер валит. Ой, Ваню бы не задавить. Не, он медленнее, чем лодка. Лодка валит 90.
Не знаю, я на середину, наверное, пойду моста. Погнали. Так на этом мосту никого не будет, не? Не будут все. Ну, и не сказал бы, что все. Самолет, по-моему, вот так вот летел по разной стороне, не? Ну, вот этот мост будет в центре круга. Ну, так на нем долго никого не будет. Ладно, короче, эти домики будут рядом с этим. Хочу кряк. А есть аптеки какие-нибудь? У меня одна. Одна аптека, кстати, 0 бустов. Кек. У нас есть человек, у которого много бустов? Я всего один. Пусть... Бля, а есть милишный прицел лишнего? Нет. Его собачий найдешь там у тебя в домик? Возьми прицел. Голограф приоритет. Ты пулемет что ли нашел? Нет, я свой прицел забыл с излишки снять, с импишки. У меня М24. ТХ-8 надо? Есть. Есть у меня. Мне, кстати, до сих пор X4 лишний есть. Я могу взять, если лишний. Ну, прямо совсем лишний. Ну да, у меня 2 X4. Окей. Вообще сейчас сидеть что-то тут ждать тачку, это конечно такая наркомания. Ой, еще один X4. Надо? Ручку еще давайте, кто-то там просил. Мне магазин нужен какой-нибудь. На Эрку. Сука. Чего? Я не в магазин, блядь, пошел за товарами. Ну че ты? Одному прицел надо. По-братски. Ау. Жопа на эмку нужна? Не, есть. Только магазин нужен. Арбалет вот нашел. 8 взял кому-то, если надо. X8? X8. Да. Ой, я бы, наверное, X8 взял вместо X4 кабачки, но. А мне вот X4 это как раз. Вот, четко. Че, он кидает, нет? Опа, воду. Дроп кинул, да, а кабач предусмотрительно. Загрунил лодку. Загнал на берег. Да. Квань тоже загнал на берег. Че, будете трогать теперь, что? Я, мне уже ничего не надо, у меня фута 3, окей, я пойду потрогаю. Я пойду потрогаю. Ну, я чисто вплавь. Плюх. А, ты прямо отсюда? Да. Хотя я подойду туда все равно. В смысле? Мало ли, может там М24 не оставлю. Я просто гляну, что-то. Все же такие любопытные. Ну, нормально чел катает. Это от зоны он или от чего? Весь кинул, эксплозион. А у меня картинки просто. Че там, Вань? Ничего, все твое, кроме рюкзака третьего. Ну на, скажи, что там, может, не надо плыть? X4, ручку. Да надо, Игорь, надо. Понял. У меня, кстати, мелечные прицелы есть лишние. Так это к Ване. У меня есть, все, не надо выкидывать. А, не, сайт. И, короче, Игорь, здесь, в домике, тебя будет X8 ждать. Как он? Метку оставь тогда. Да ты, может, на берегу кин... А, не, лучше в домике. Блять, на берегу. Ой, ебать, ровно, испугался ты. Так, я помню, как мосту. Хуёво. Монте хуёво. А чё хуёво? Один нокнулся. А, у меня бадрики кончились. Ты про психодела? Я боюсь, что ты... Я там чел выпрыгнул и... Вы всех убили? Да, там драйвер был. Понятно, кто-то же. Вань, ты скинул прицел или хуй забил? Нашел, вот прицел. Тут дали. А где именно? Там, как... Ты меня спрятал, что ли? Заныкал, ищи, типа. Третий шлем. Так, блядь, тебе метка зачем стоит? Алло! Не, спрашиваю, где в доме? Спрятал его, признайся.
Ладно, не спрятал. Я думал, ты меня подъебать захочешь. Ну там в комнату зайди, где я шпагат ебанул. Нет, ну нахуй. Я в этом домике там и кончился. Я обойдусь. Хотя тут можно шпагат ебануть, тут тиммейт может подсейвить. Тут третий шлем есть на мосту. А, у меня тоже третий. У нас у всех, походу, третий. Найс круг. Что-то за дерьмо. Думаете, еще кто-то поедет через мост вообще? Ну, нет. Типа нахуй надо. Скажем дружно. Короче, походу охуительный геймплей в этой мапе ожидает. Ну это супер ебаный круг. Можем друг с другом постоять. Когда два моста в круге. Не, не хочу, у меня хуёво по хилам. Когда два моста в круге обязательно едут по тому, на котором тебя нет. На который Ваня поехал. Ваня пизда закинется. Так я тоже хочу сказать Ваня. Там весело будет хотя бы. Так я не на мост поехал. Может вы на... А вы нормально вообще? Понял. Своя атмосфера. Я просто ближе к лодке приехал. А чё? А ничего. Ну, самолет прям наебальник летит. Слушайте, так я тоже поехал туда. Куда у тебя же Ваня М24, правильно? Угу. Ну, я заберу у тебя ее. Бля, вторую тачку псих решил не брать, так там просто пехом. Ебанул. Она разъебанная. А. Ебать, он вообще в воду упал? Не, он на тот берег, по-моему, упал. Может, он еще кинет, смотри на него. Я собачь, тебе туда, походу. Ну, давай, сбрасывай. Это что было? Это собачь? Собачь стрелял. А, говорит, самолет. Я, блядь, вот вы думаете, я не поеду на него? Я не поеду. Он не скинул ничего, куда ты поедешь? Пусси. А, ты про тот, что ли? А, на том берегу? Ну да, там только смелый может на тот берег поехать. Прикиньте, как сейчас на тот берег сведется. Ты можешь с легкостью. Конечно. Да, просто. Круг же тебя смелых. Что это было? А, это Ваня рофлит? А, ага. Че? Без убить парня на мост. В смысле? Че случилось? Бенз кончился, что ли? Ебать. Да. Я понял. Ну я знаю, там в трупе есть канистра. Надо дотянуть. 2 минуты у тебя, кабач. Почему 2? А сколько? Если не поеду, я ебал в рот ехать туда. Пусси. Ну да, пусси. В принципе, ничего не изменилось. Так, стоп, а где Бенц-то? Вот он. Газ. Если что, вот здесь Вадик стоит на синий. Если захотите побыстрее добраться. На синий? О, это не синий? А салатовая какая-то, или как? Цвет морской волны. Бирюзовая. Бирюзовая, да. Блять. Синяя, просто синяя. Синяя на военной базе. Для меня это голубая. У тебя узкий спектр просто. Восприятие. Вообще узкий. Ой, сейчас через тебя перепрыгну. Узкий спектр восприятия говорит о нормальной ориентации. Если ты, блядь, миллион цветов там различаешь, то у тебя проблемы.
Ну, типа едут. Не, я сказал про цвет морской волны. Потому что у меня у деда в детстве. В смысле, когда я был мелкий. Нива была цветом морской волны. Как мне говорили. То, что это цвет морской волны. Вот, я запомнил. Теперь я мечтаю о Ниве цвета морской волны. Когда-нибудь я накоплю денег и куплю ее. К вам лодка сюда плывет. Куда сюда? Ага. Или к вам, или ко мне, не знаю. Я пытаюсь заманцевать, чтобы меня они не увидели в деревьях. Ковача, ты магазин наш купил наймку или что? Чем ты вообще не понимаю? Блять, они тоже в скалы, сука. Че? Что происходит? О, они там стреляются. А че ты перейдешь пролодку? Тут же ничего нету. Нокнул сверху. Понял, заебал, там какие-то приколы. Его. Псих нас наебали, походу. Одного убил. Убил? А второй там я за ним прыгал? Я мертвого добил. Он к домам ушел, прыгал, да. Ребят, откатка — это просто резидент слипер. Ну что там с кем стреляет? С кем со мной? Показал. А на МК сейчас нельзя X8, да, делать? Только на М16. На М4 есть карт. Калаш. Чешо. Все, типа, пуська. Где враг? А кто глушителя дал? Я. Не я. У меня карт глушитель. Пошли ебать этого-то, чухлевы. Один чё, блядь, сидит в доме. Чё это такое плывёт тут, или хер его знает. Ещё у меня 7 гранат. Я иду ебать его. А чё за дом-то вообще? Правда, с моим умением кидать их прям перед мной. Ближайший к нам дом. Был там, по крайней мере. На Лол. Том берегу ебутся еще. Серьезно, блядь? С краком ебутся. Это наш с краком, там лодка ебется. На втором этаже был. По мне с дома дал. Сука. Налево минул. Маленькая комнатка. Научиться бы попадать еще. Ты серьезно, блядь, чел? Я убил его. Ёбаный в рот, 2 раза попал, ну как бы поебать. Там в тумане. Ёжики. Сирене, похож на обман. Что, нормально? Не знаю, если в меня попадут, я убегу просто. Вот так мне плохо. Бежит, поплывет сейчас по воде. И второй бежит тоже. Приятель. Но они реально вплывают? Они сдохнут, они утонут. Они выплывут. Во имя чего они играют в эту мапу? Ой, бать, там тачка заехала в воду, и они давали эти типы. Короче, ребята, это Amazing Game. Там 2 пати, они просто захлебнутся. Сори за спойлер. Я просто видел это видео. Бряк или типа того? Штаф ловит. Ребята, я как знаю. Нет. Ковач. Ты когда-нибудь ловил раков? Я, кстати, нет. Пошли. Хотя, возможно, в детстве, когда-то давно-давно. Я вот тоже, пошли ночью. Я был типа совсем мелким. Я хочу с кряка ловить. Сколько кряка? Не-не-не, мы сейчас пойдем. Полноценно ловить.
Слышь, они там ездят на том берегу. Ого. Первый нырнул. Давай, давай, залазь. Там гилик даже бежит. Назад только садись. Ребята, вы нас наведете, если что? Давай подождем, что... А, все. Да, вижу на 140. Мы туда плывем или нет? Я не вижу. Какое у нас последнее место? Я не вижу раков. Да вы там нормально, нормально плывете. Бля, ну тут спине, Ваня, слышишь? Давайте по нас. Да? Погоди, я выпрыгну. Хабач, подаем, тип. Готовься. Так слышишь? Если... А за нами! Ты чё, идиот? Господи, какой ты конченый! Это просто шок! Это конченый человек! Он просто... просто идиот! Я не знаю, насколько надо быть идиотом, чтобы сделать такую хуйню! Сука! Я больше никогда тебя не возьму на ловлю раков! Просто никогда! Иди к черту! Я ФК. Я его, кстати, за ним еще тип сел, если б не я, его бы чел убил просто спину, что ты понимал? Насколько там все плохо. Ну, так чел садился, я начал стрелять. Откуда я знал, что это Игорь? Так, одного задавил, тут еще Вуги где-то плавает. Он задавленный. Сука, плавает под водой. Я уже мой рот, блин. Батькин, это наш президент. Ой, блядь. Я себе ту кнопку нажал. Ой. Теперь он ловит рак и парни. Нет, все, там никого, чисто, чисто там. И там Вуги еще плавает под лодкой, сел в лодку. Поплыл. Он вышел. Боже, какой уёбок, это просто пиздец. Ух, ебать, он мне дал. Убил его. Просто, блядь, фантастика. Я с этим человеком больше никогда не езжу в одном транспорте, не плаваю. Короче, в этой стряхе, Вань, есть типы. Где-то за ней еще там слева. Так в упоре никто им бы не показывает, что ты хотел. Я понимаю примерно, где типы. Я сейчас просто угладаю. Собачь, земля тебе пухом. Да пофиг. Я не помню, где откуда по мне стреляет, но оттуда откуда. За деревом, сверху был. Право за деревом, с хитбоком к нам. Чё? Хоть там штурм. А нахер они штурмуют? Круг-то не у них. А чё ты не добьёшь, Вань? Там уже попа торчит. Ну, круг у нас. Не, эту попу я ебал в рот. Интересная. Ну, право бежит. Спасибо за подписку, Богдан Банан. Ты их видишь? Справа. Вижу один. А, вот. Какая-то мега аутистская игра была.
Да, я согласен.